Министры обороны стран Большой Семерки подтвердили свое единство на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и войны в Украине. В совместной декларации первой встречи, состоявшейся в Неаполе, выражается общая решимость работать над проблемами безопасности в период истории, отмеченной высокой нестабильностью. Министры вновь заявили о своей непоколебимой поддержке Украины, которая уже почти 3 года защищается от жестокой и полномасштабной незаконной агрессии России. В однодневной встрече участвовали представители США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также Верховный комиссар ЕС и генсек НАТО. В их совместном заявлении осуждаются широкомасштабные атаки Ирана на Израиль с использованием баллистических ракет и подчеркивается важность того, чтобы все стороны действовали в соответствии с международным правом. Главы оборонных ведомств «семерки» также выразили обеспокоенность по поводу ситуации в Ливане и обсудили вопросы безопасности в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.